понедельник, 23 сентября, вы сможете посмотреть мини-сериал под названием «Все средства хороши». В нем главные роли сыграли Анастасия Денисова, Владимир Бутенко, Никита Мучкаев, Анастасия Елисеева, Александра Равенских. Дарья, которую сыграла Анастасия Денисова, счастлива в браке, ее жизнь подчинена схеме «дом-работа-дом». Все меняется после того, как героиня видит супруга Алексея, которого сыграл Владимир Бутенко, в объятиях красотки Евы. Заручившись поддержкой бывшего кавалера Евы, Ивана, которого сыграл Никита Мучкаев, с которым случайно столкнулась на месте преступления, она хочет разорвать эти порочные отношения. Молодые люди придумают план, с помощью которого планируют вернуть Еву Ивану, Алексея, Дарье. Мне хотелось показать Дашу беспомощной, слабой, хотя эти качества я не люблю как в себе, так и в окружающих. Состояние Клуши моей героини оправдано ее семейными событиями, но при этом она решительно эмоционально и искренне, что перекликается и с моим состоянием в жизни, рассказала Анастасия Денисова.